Старт 12-километровому марафону был дан от спортивного комплекса «Брески». Именно здесь, начиная с 10 часов утра, работал регистрационный пункт, который с первых минут стал не просто популярным. Участники забега в хорошем настроении разминались и просто расслаблялись в преддверии испытания. Интересно тем, что здесь все друзья мои собрались, с которыми я в этом году познакомилась, начала с ними бегать, и они меня позвали сюда, я решила, что почему бы и нет. А почему бы и нет? Ответ на этот вопрос привел на стадион многих представителей спортивной акции. Регистрация проводилась блоками, участники вносили списки в соответствии с возрастными категориями. Конечно, для профессиональных спортсменов расстояние в 12 километров не такое уж и большое. Однако в колонии немало новичков. Поэтому маршрут был тщательно спланирован. А на протяжении всего пути вместе с бегунами были сопровождающие. Пробег стартует у нас по улице Гоголя на погранпереход Варшавский мост. Через погранпереход они пробегают. Бегают безостановочно и финишируют уже в городе Тересполь. Ровно в 11 колонна стартовала от стадиона Брестский. Несмотря на довольно жаркую погоду, маршрут прошел для его участников успешно. Многие брестчане вернулись домой с призовыми местами. Кстати, герой нашего сюжета Татьяна Лохей также стала призером марафона. В наградной копилке девушки теперь почетное второе место.